фиксировать счетчики. А что, да, показания, которые в МФЦ я сдаю, не нравятся им показания. Значит, я им фотографии прихожу, подаю. А очень мало воды вы расходуете, почему? А зачем мне много расходов? Я не понимаю, если я прихожу, мне что, приходить по 20 кубов использовать? Не по 20 кубов, но очень мало, столько людей. Ну а зачем мне? То есть я должен прийти, открыть кран и, то есть, принудительно меня... Нет. Сейчас. Ну, просто я этого не понимаю, я мало использую. То есть я должен прийти дома, открыть нарочно кран, и чтобы мне вода лилась. Зачем? Не понимаю. Вы когда ходите в булочную, вам не говорят, что вы хлеба мало покупаете? Михаил Леонидович, вот смотрите, один человек, правильно, ходит в туалет, кушает, умывается. А вы думаете, он что, каждый день я сюда прихожу, что ли? То есть я каждый день умываюсь сюда вот так, по много кубов? Через день умываетесь, каждый день же вы умываетесь. А я сюда не прихожу. А, это другой вопрос, что вы не живете здесь. Ну, так? Я прихожу на работу, все, ухожу. Все, больше ничего не надо. Зачем мне лишнее? Я не понимаю вот этого. Нет, я понимаю, что вы живете, вы инвалид. Я поняла, что вы живете каждый день. Если человек пользуется водой, то один человек... То есть я обязан по 20 кубов? Нет, один куб воды вы используете. Вот давайте сейчас, вы можете включить, где у вас ванная? У меня он забитый, я уже ничего не... Вы не купаетесь? Нет. Да никто не живет на здесь. Что мне делать-то, я вот не понимаю. А подожди. У меня вода закрытая. Вы просто так воду слили. А, она у вас перекрытая? Конечно, счетчик. Так вы слили воду, просто так. Счетчик не крутится. Ну как это не крутится? Вы видели сейчас? Идите сюда, подойдите сюда. Дверь откройте там. Смотрите. Вот, блин, крутится, не крутится. Крутится счетчик. Ладно, все работает он. Да? Ну все, тогда понятно. Нет. В общем, вы тут не живете. Вы живете у мамы. В другом месте. Мое рабочее место. Не надо сюда заглядывать. Так, ну, все, я думаю, что сейчас я пойду посмотрю и объясню в МФЦ, что вы мало используете воды, потому что вы здесь не живете. Я прихожу на пару минут и ухожу, блин, и все. Странный вопрос, блин. А можно вопрос еще, а почему в вашей документации не видно в вашей памяти? Не знаю.